Доброго ранку! З вами рубрика «Уроки спорту». Карате Шотокан – це японський вид бойового мистецтва. Засновник його – Гітін Фунакосі. Основні елементи карате Шотокану – це кати. Їх нараховується більше 20. А більш докладніше про цей вид спорту нам розкаже Георгій Акопджанян. Доброго ранку! Вищий смисл карате – не навчитися побіждати чи проігрувати. Смисл карате – в духовному вихованні спортсмена, учащегося. І в тому, щоб вміти тримати удар. Іскусство карате починають займатися діти з 5-6 років. Хочуть просто навчитися дратися. Стараюсь об'яснити їм, що ми тут не дратися вчимося, ми вчимося захищатися, але так захищатися, щоб відбити охоту нападаючому повторно атаковать или нападать. Вся цель карате – это самоутверждение, перебороть свой личный страх. Страх как в спаррингах. У нас спарринг – это кумите, где они в полный контакт наносят удар, потому что иначе после каждой тренировки пришлось бы вызывать неотложку. Поэтому не сама цель – нанести удар. Можно бить больно, но аккуратно, чтобы не было побочных последствий. В смысле в том, что нельзя человека травмировать. Можно наказать, но с минимальными увечьями отбить охоту нападения. Основные какие приемы такие? Основные приемы... Девчины обычно... А бачить, тут такий хлопець приходить до неї. Есть... Познайомитись. Есть хлопці нормально подходят, знакомятся, в случае отказа поворачиваются и уходят. Но есть такие приставучие, которым надо объяснить. Вот, допустим, руку положил мужчина на плечо. Девушка обращается там. А девушке это неприятно. Вот она делает прием. Захват руки, разворот и ударом ноги. Удар. О. Еще раз. Жестче. Хорошо. А сейчас другой прием. Мужчина подошел, здоровается с девушкой. Но не отпускает ее руку. Вот она хочет вырвать руку, не отпускает. И это не отпускает. Делается локтем движение, удар сюда, с шагом вперед. Раз. И вот. Переломом. Жестче. Захват. Хорошо. Дальше. Схватил мужчина женщину руки, положил на плечи. Ей это неприятно, но он не отпускает. Делается движение УДО, называется. Удар в горло. Не очень мощный, потому что травмоопасный удар, но приводит чувство нападающего сразу. Вот где-то демонстрируется. Одна рука убирает вот эту руку, слегка толкает, а вторая наносит удар в горло. Вот. Только это сейчас все быстрее. Вот так, да. От этого пропадает охота приставать мужчине. Есть простейшие, более простые приемы, которые наносятся пальцами по глазам. Но это удары рука-плеть называется. Когда уже мужчина очень близок и женщина не может освободиться, просто удар наносится пальцами по глазам. Вот да. И это на долю секунды слезиться начинает глаза. И есть шанс у женщины либо нанести хороший удар, либо убежать. Ката – это круговая оборона. Это схема определенных движений, защитных и атакующих движений. Как таковое ката создано не для того, чтобы работать с одним партнером или с одним нападающим, а с несколькими. А что с несколькими нападающими, вырабатываются эти формулы. Защита, атака, защита, атака. К тому же в карате все движения начинаются, первое движение защитное. Говорит о гуманности карате, то, что мы никогда первыми не нападаем, но первые мы атакуем. Пояс карате – это означает уровень твоего спортивного ранга. В Японии очень принято уважать именно этот ранг. Не подчиняться слепо, а уважение к знанию того человека, кто обладает выше поясом, чем ты. Ну а даны первый, второй, третий, до 10 данов доходит в черные пояса. Ну, у нас в Украине, я не скажу, у нас нет никого. Таким уровнем японцы есть, 10-м дано высшее мастерство. Некоторые видят по телевизору мастеров с подряпанными поясами, а с лохмотья висят на них. Они могут приобрести новый пояс, но нет, этот пояс только повидал травм, падений, ценой вот этих долгих тренировок они достигли этого мастерства, и поэтому пожизненно они носят свои пояса. Черный пояс вот ты получил, и вот этот пояс не меняется до конца твоей спортивной жизни. Ну, а карате – это такой вид спорта, им можно начать заниматься, но закончить вряд ли.
та спортивними. І дивіться «Донбас Лайв». Зустрінемось!